Замглавы Алексей Харитонов внес это предложение на сессию и уточнил, за какие именно правонарушения должностные лица могут составлять протоколы. Нарушение правил содержания собак, кошек, нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации, переработки твердобытовых отходов, нарушение правил благоустройства, установленных органами государственной власти, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, нарушение порядка перевода нежилых помещений в жилые, неосторожное повреждение тротуарного покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня. Также решением Совета вступил в силу полный запрет на движение транспорта в пределах береговой полосы, водоохранной зоны водного объекта, пляжей. Разрешено использование только специального транспорта, занятого на уборке пляжных территорий. Машинам и квадроциклам теперь запрещено передвигаться в зоне анапских пляжей. Начальник Тыразбиркома Сергей Старостин отчитался о выделенных на проведение досрочных выборов средствах. Всего было израсходовано порядка 5,5 миллионов рублей. Главный казначей курорта Евгений Царев доложил об изменениях в бюджете на 2013 год. 45 миллионов рублей поступили из краевого бюджета, большая часть которых пойдет в виде поощрительных выплат работникам культуры по 3 тысячи рублей. Также на 21 мая назначены публичные слушания по исполнению бюджета за 2012 год, в котором Анапа пополнила федеральную казну более чем на 3 миллиарда 230 миллионов рублей. 22 сентября во время празднования Дня освобождения Анапы всем имеющим к этому отношение будут вручены памятные медали и нагрудные знаки. Тружеников трудового фронта, а также граждан, обеспечивающих своим трудом краеведческой и поисковой деятельностью, военно-патриотическое воспитание сограждан, увековечение подвига советского народа, Великой Отечественной войны, сохранение пропаганды героического наследия. А на доме по адресу Владимирская, 5, будет установлена мемориальная доска памяти Качмала Виктора Ивановича, председателя исполкома Анапского горсовета народных депутатов с 1964 года по 1983. Такие решения были приняты сегодня на сессии Совета депутатов. Вадим Родин, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа-регион.